Центр Ялти. Тут, на найдорожчій землі у Криму, височіє вілла Софія. Розкішний готель, що належить Софії Ротару. Тут співачка приймає гостей та зіркових друзів. Завітаємо до Софії Михайлівни. І ми... Строката естрада, а вона уся в білому. Молдаванка з Буковини підкорила Радянський Союз і досі залишається найяскравішою серед зірок. Софія Ротару на сцені 40 років і завжди з родиною поруч. Менеджментом та продюсуванням співачки займається син Руслан з дружиною Світланою. Йдуть стопами бабусі й онуки. Молодша Соня співає, старший Толік пише музику та діджей. Бренд «Софія Ротару» – сімейний бізнес. Так само, як і новий п'ятизірковий готель в Ялті – «Вілла Софія». Ім'я зірки – управління сина з невісткою. Кримська ідилія дружньої родини. Ваше здоров'я, Софія Михайлівна. Ваше здоров'я, Катерина. Ми вперше з вами зустрічаємося на майже вашій батьківщині, тут у Ялті. Я хотіла спросити, як вам «Вілла Софія»? Ви вперше на «Віллі Софія»? Так. Я дуже затишно. І неповторний інтер'єр, яким займалися, я знаю ви. Хто? Ви займалися. Не тільки я. Руслан, Світочка, ми всі вместе. Так. Але я знаю, що абсолютно всі меблі ви обирали разом зі своєю невісткою. Так, Світлана їздили. Знаєш, Катя, нічого в житті один чоловік сам самостійно не добивається нічого. Тому що, от, Софія Ротару, да? Якби не було прекрасних пісень Васюка, якби не було стільки авторів, які мене окружали, да, столько поэтов, столько друзей, столько доброжелателей. Мой прекрасный муж, который как бы волновался за каждый мой шаг на сцене, он как бы курировал все. То есть один человек самостоятельно в жизни не может добиться, если его не окружают талантливые близкие люди, друзья, авторы и так далее. Выпьем. Я думаю, что мы. Да, выпьем. 40 лет на сцене, только представьте себе, Кать. Мне важко уявить. Я не верю, 40 лет, как будто вчера мы с Толиком пришли в филармонию, начали собирать, начали устраивать прослушивание. А сколько мы ездили по Советскому Союзу? Мы по 3 месяца уезжали, 3 месяца на гастроли, возвращались через Москву. Мы захотели с Толиком сразу детский мир, подбирали и сразу покупали, вот такая была синяя школьная форма Руслану. Потому что за два месяца он вырастал, приезжали, оформили. И он всегда залетал в комнату, кричал, пахнет мамой. Настолько он скучал, настолько ему не хватало вот общения с родителями, родительской ласки не хватало. В общем, Руслан, вот такая зараз... наша жизнь. Син Руслан зараз поруч з вами весь час. Скільки він може проводити з вами, він постійно. Знаєш, Катя, мені кажеться, що якщо б не Руслан, вряд ли після смерті Толіка я б повернулася на сцену. Я настолько привыкла, что рядом со мной есть Толик. Я как за каменной стеной всегда была. И я знала, что рядом человек, который всегда и направит правильно, и подскажет. Абсолютно все. И когда не стало Толика, я твердо решила для себя, что я без него просто не смогу. И Руслан, он полностью изменил мой репертуар, если ты заметила. Да, он мне говорит, мы начнем все по-новому, мы начнем все сначала. Ты будешь петь другие песни, ты будешь посвящать все свои песни. Где бы ты ни была, все нашему папе. И столько у меня жизни не на сцене, и вообще я очень это принесла очень тяжело. Я 40 дней убегала, утром вставала, убегала на кладбище. То есть это потом я его стала искать в Черновцах, потом я приезжала в Ялту. То есть я места себе не находила, потому что я не верила в том, что его не будет, вот нет его. Как это без Толика жить? Настолько это моя первая любовь и едина. Единственная любовь, и представить свою жизнь без Толика. Але іншого чоловіка так в житті більше не з'явилося. Тобто ви собі не можете уявити, що поруч з вами... Я навіть не можу собі представити, що хтось буде... Ні, тільки Толік.
Ну, есть какие-то, ну, предложения, много. Такие письма. И недавно один молодой человек мне сделал предложение, потом еще раз сделал предложение. Нет, нет. Я однолюбка. Я люблю только своего мужа. Вас молодые хлопцы кличут на побачення. Да нет, предлагают руку и сердце. То есть одразу замуж? Ну, они знают меня, поэтому. Одразу замуж? Да. И таких пропозиций протягом останніх років? В день рождения было такое предложение. Цього року? Да. И... Особисто чи телефонували? Звонили. Ну, ви знаєте цього чоловіка? Знаю. А хто він? Нет, не скажу. Ну, потом мои меня достали. Здравствуй, Соня. Ну, когда звать? Ну, они просто уже как бы шутили. Я говорю, да что вы, с ума посходили? Ну, почему бы нет, и крутнее. Ну, я как это восприняла, даже как-то немножко даже с обидой, потому что, ну, что такое рядом? Я говорю, ну, в сыновья можно. Можно усыновить там и так далее. Но нет. Тобто настільки молодий хлопець? Молодой. 20-25? Нет, нет, старше, но... Ну, як син, як Руслан. Да. Да ви що? Да. Нет, ну, об этом речь уже не идет. И просто это было так неожиданно. И для меня было даже смешно. Я говорю, еще раз позвонишь и сделаешь предложение, я обижусь на всю жизнь. И не будем общаться больше. В вашому житті займає велике місце не тільки син, невістка, ще й онуки. Онук, старший онук Толік, він діджей. Він займається музикою, але трішечки у іншому напрямі. Вам подобається, чим він займається? Я скажу, що я була просто поражена, коли я узнала, що він після школи кожен день приїжджає в офіс к Руслану, да, і займається з музикантами, з групою «Горчиця», з ребятами. Я була просто поражена. Він самостоятельно займався, попросив у мене, там оставалося ще з училища книги, там сольфеджио, теорія музики і так далі. Потім він став с педагогом заниматься, потом и вокалом занимался. Я не знаю, вы его слышали, потому что я только дома, он мне показывался работы. Но говорят, что он успешно и выступал довольно часто. Вчера Света прилетела с Лондона до аэропорта, она плакала, потому что оставила Толю уже в Англии, он учится в колледже. Я вспомнила, как мы Руслана с Толиком отвезли когда в Москву, когда он поступил в МАДИ, и я ехала в гостиницу и рыдала, как же я его одного оставлю. Так что Толя будет уже приезжать на каникулы, а Соня ходит с микрофоном в сумочке. Она постоянно поет, она все группы, там у нее есть любимые, американские, английские, я не знаю этой музыки, но она увлекается и учится игры на фортепиано с педагогом, она постоянно поет. Постоянно поет. Ну, не знаю, посмотрим. Вы відчуваєте, що буде наступна Софія Ротару? Да, как мои родственники говорят, Соня, кого-то нам напоминает твоя Соня. У вас зараз настільки багато концертів, ви настільки багато гастролюєте, і це, звичайно, все ваше життя. Але, звичайно, у вас є хобі – риболовля і збирання грибів. Рибалка, звісно, для мене – це щось потрясаюче. Я там іменно забуваю обо всьому на світі і по-настоящему віддихаю. І скільки ви можете просидіти з водичкою? Цілий день. Цілий день возьму з собою поїсти і цілий день. Я пам'ятаю, як ми з Толіком приїжджали і одразу на рибалку. І постійно приїжджав брат і говорив, мама зове, папа, вони вже накрили стіл. Зараз, і мама завжди, ну скільки можна. І ми приходили додому, поїли, лягли спати і чекаємо утро, в 5 утра ми повинні. І от ложишся спати, і спати невозможно, тому що перед глазами все время поплавок. Да. Ні, ну це отдых настоящий. Общение з природою. Вот это вот ты именно там заряжаешься. Енергії. Ще любите спілкуватися з екзотичною природою на екзотичних островах. Так, ой, Мальдіви. Знаєш, я вперше, коли виїхала, после смерти Толика есть проблемы немножко с давлением, ну, бывает, потому что я все время вспоминаю, мне очень трудно к этому привыкнуть, что рядом мне Толика. Я туда приехала, я забыла, что такое головная боль, что такое давление, потрясающе. Видимо, там постоянно 29-30, вода, воздух 29-30. И знаешь, ты там далеко, далеко, и никто. Выключаешь телефон,
Знаешь, когда я выключаю телефон, мне кажется, что день длится целый год. Ты думаешь, это поехать туда снова? Да, я думаю в этом году опять сесть один раз с Русланом, с его семьей, да, и обязательно с сестрами. У нас там работа, у нас преферанс. Выиграет у карты. Да, преферанс – это любимая наша игра. Кто выиграет? Тоже отдых. Ну, по-разному. Ну, я так. Тобто можна припустити, що коли ви були у Монако, до казино ви зазирнули? Так. Да. Руслан говорив, день рождения. Вот тебе, возьми вот 2000 євро, не бери з собою більше нічого, іди, це твій день. І ми з Аурікою, зі Світланою пішли в казино. Ти знаєш, я не знаю, що це було. Но сколько раз я бросала деньги, я все время выигрывала. Я не знаю, за полчаса я выиграла, по-моему, около 3000 евро. Ну, Руслан сразу мне раз, пошли. Накрыли рядом стол в ресторане. Пообедали, меня все поздравили, пошла в казино. Ну, давай за все хорошее. И чтобы мы почаще встречались у Ялте. В Ялте и не только. За вас. Спасибо большое. Спасибо.